наполним музыкой сердца. Я не знаю, как участникам, организаторам всегда как-то неприятно это время, потому что этих лиц уже не будет завтра. Приедут, правда, другие, приедет студенческая смена, приедет 8 марта, но это совсем не то. Давайте будем собирать основные наши силы, пригласим сюда на эту сцену наших замечательных, почетных гостей, членов жюри, которые провели с нами 2 дня, и, как мне показалось, им у нас понравилось. Андрей Козловский. А где-то Михаил Кочетков. Вот он. Константин Тарасов отпросился, к нему приехали друзья, и, по-моему, уже родители даже приехали. И он отпросился, просил всем кланяться. И на пути к Нижнему Новгороду Василий Левский уже сегодня выступает в Москве на мероприятии. Где у нас Никита Дорофеев? Так, накажем за недисциплинированность. И председатель нашего жюри Вадим Егоров. Вадима всегда легко найти. Надо смотреть в зал, видеть красивую девушку, и там рядом обязательно присутствует Вадим Егоров. Выбирай место себе почетное, например, так, да, сюда. Да, ты будешь как-то вот... Так, я будем вручать. Я объявляю, ты вручаешь. Давай так. Дорофеева. Константин, мы вас уже почти вот, проводили. Ну вот. Часто. Вот смотри, без песни. Да, первый раз мы начинаем легче, быстрее. Друзья, ну начинаем эту не очень торжественную, но торжественную церемонию. У нас, вы знаете, у нас нет спонсоров, у нас как бы такие люди, которые начинающие спонсоры. Есть такой российский журнал «Отдых в России», кто его видел? Вот они не успели нам прислать сюда, но на самом деле они опубликовали в нашем фестивале такую большую красивую цветную вкладку и будут делать репортаж о нынешнем фестивале. Так, такие добровольные помощники. И есть у нас замечательный, скромный, но очень симпатичный спонсор, который называется «Магазин снаряжения». И я теперь, как это положено... Да, здесь все, конечно... Туристы, и все знают, что это такое, да, что нам нужны вещи постоянно при наших поездках. Поэтому я, как честный человек, должен прочитать. Магазин снаряжения – это магазин для любителей активного отдыха, экстремальных увлечений, то есть для нас с вами. В магазине снаряжения вы найдете товары для дайвинга и подводной охоты, товары для водного туризма и трекинга. Кто знает, что такое трекинг? Ну, неважно. Там по горам. Товары для альпинизма и горного туризма, а также функциональную одежду и обувь для всех направлений. Давайте скажем магазину снаряжения, что он правильного выбрал, правильный объект вложений своих средств. Друзья, я уже говорил, и вот в присутствии всех членов жюри, повторю, мы решили как-то очень... без долгих прений, не присуждать сегодня гран-при. Денежные суммы, которая была выделена на гран-при, мы поделили, и у нас теперь вместо 4 лауреатских первой степени призов по 15 тысяч, у нас 6 теперь. Но гран-при не будет. Это не обидно, просто так бывает, когда есть приличный уровень исполнителей или авторы музыки, но нет того, кто оторвался от них, скажем, на какую-то ступеньку. Ну вот, ну нет. Ну, бывает. Будут, обязательно будут. У нас, кстати, был вот опаздывающий Никита Дорофеев. Вот по нему я очень хорошо помню голосование, когда пришли 6 членов жюри и сказали, а у нас гран-при есть сегодня? И стали опрашивать. И все сказали, Никита Дорофеев, Никита Дорофеев, Дорофеев. И
было понятно, что у нас есть гран-при. А сегодня у нас, к сожалению, гран-при нет, а все остальные... И Никиты нету. И Никиты нет. А вот... Он понял, все, плацкарт занят, пожалуйста, вот на общий, да, вот сюда, отлично. Все, теперь все в сборе, и наша задача, мы распределились с председателем так, я читаю, он говорит, и мне уже и читать лень, ему петь лень сегодня было, да, и читать ему лень. Я читаю, он выручает, а вот наши люди будут помогать что-то еще выносить. И прежде чем мы к этому перейдем, я хотел какие-то слова... благодарность сказать, которая обязательно нужна. Давайте, если вы поддержите туда, давайте, например, скажем такую нашу благодарность коллективу пансионата, который хорошо нас принял. Вот пока мы с вами здесь этим занимались, 70 человек работали на кухне, в охране, в транспорте и так далее. Поэтому, дай бог им здоровья, им даже некогда было послушать. Правда, многие уже пришли вот последние концерты посмотреть. Им огромное спасибо. Давайте поблагодарим людей, которые организовывали сегодня творческие мастерские, наши волонтеры. Вот они, девушки, стоят скромные. Надо было разобраться в этом вопросе. Мне хотелось бы еще особую благодарность вот этой хрупкой девушке, она сейчас выйдет вперед, звать ее Екатерина Семенова. Друзья, никто не верит, что организационно двумя фестивалями в год такого уровня занимается один человек, вот она. Вот. Мне же проще, я только идеи даю, она все делает. Вот и все. Теперь давайте скажем, конечно, еще раз большое спасибо тем людям, которые на сцене рядом со мной. Вот, и последняя благодарность, мне кажется, вы с удовольствием к ней присоединитесь, это благодарность вам. Мы придумали себе три кита нашего. У каждого фестиваля должно быть свое лицо. Мы его, кажется, нашли. У нас такие три кита. У каждого свои. У нас вот такие. У нас, мы считаем, что наша фишка – это высокий уровень гостей фестиваля. Вторая наша фишка – это попытки наши поддержать качество выступающих. В том числе, вот мы, вы знаете, второй фестиваль подряд ввели и дальше будем держать. Это денежные призы участникам. И третье, мы как-то сформировали, мы еще пока не знаем как, наверное, как-то случайно, и удерживаем гениального зрителя. Вот все обязательное и то, что хотелось мне очень сказать, я сказал. А теперь награждение. Диплом межрегионального фестиваля авторской песни «Музыка сердец» награждается диплом Азарченкова Марианна, победитель в номинации «Фотоконкурс». Где она, Марианна? Вадим, надо работать. Ребятки, на самом деле я добавлю к этому еще... Вот Женя, он удивительный человек, он всех вспомнил, всех отметил. И первостепенных, второстепенных людей. Только забыл немножко о себе. И отойди отсюда. Ребята, хочу сказать одну вещь. У этого фестиваля нет спонсоров. Есть спонсор один, который, не знаю там уже откуда, но оплачивает все. Это он, ребят. Вот давайте его похлопаем. Он снова не сказал. И, кстати, я понять не могу, зачем он это делает. Спасибо. Спасибо. Награждается. Я уже почитал. Thank you.
дипломом... Не легче. Дипломом Межрегионального фестиваля авторской песни «Музыка сердец» награждается Кирилл Шалтаев. Специальный приз в номинации «Специальный приз». Понимаете, ребят, мы ему даем приз, потому что он молодой, и, но он так хорошо пел, и пел не попсу, не, он пел классику, он пел Акуджаву, и замечательно пел, спасибо. Диплом Межрегионального фестиваля авторской песни «Музыка сердец» награждается Аракчеева Татьяна, приз зрительских симпатий. Ты сегодня была у меня в мастерской. Помимо зрительских симпатий, я тебе адресую свою личную огромную симпатию. Ты замечательно пела. Вот такая штука. Алексей Шукатович полагается и чехол. Все, ты забрал у меня микрофон, я уже... Последний забрал. А, да еще один. Егорову не возьмешь. Если он взял микрофон, все. Диплом Межрегионального фестиваля авторской песни «Музыка сердец» награждается Асанович Валерий, дипломант в номинации «Полный автор. Москва». Нет, на самом деле, вы видите, что полный автор – это я. А он не полный автор, он худой автор. Он замечательно пел, спасибо тебе, ты заслужил. Диплом Межрегионального фестиваля авторской песни «Музыка сердец» награждается Александр Оружников, лауреат второй степени в номинации «Автор музыки». Ну что сказать, когда кто-то вышел, начал петь песню, прервал ее, ушел и вышел снова, нашел себе силы спеть так замечательно, чтобы получить эту награду. О, замечательно. Молодец! Молодец! Друзья, думаю, я всем покажу вот дипломы, которые мы вручаем. Они подписаны персонально каждым членом жюри, естественно. Диплом Межрегионального фестиваля авторской песни «Музыка сердец» награждается Бирина Наталья, лауреат первой степени в номинации «Исполнитель» и денежный приз в размере 15 тысяч рублей. Я Наташу знаю уже не по этому фестивалю, но по другим. И 15 тысяч – это замечательно. Но она уже не первый раз, она получает очень высокие награды. И дело не в деньгах. Она заслуживает всех наград. Волшебная певица, исполнительница. Да? Диплом Межрегионального фестиваля авторской песни «Музыка сердец» награждается Нестеренко Наталья, лауреат первой степени в номинации «Полный автор» и денежный приз в размере 15 тысяч рублей. Я вам скажу сейчас лично, это очаровательно, эта женщина, как пела, но она же не просто пела, она с собой привезла, можно сказать, ну, некий, как бы, ну, выводок, вот, знаешь, как бы, вот утка с утятами. Она приехала с утятами, утята были волшебные, я их слышал в своей мастерской. И вот то, что она думает не о себе, хотя она, может, совершенно отдельно от кого-то, у нее, ее, как бы, дар песенный, он отдельно, она может жить без...
Ей надо почему-то кого-то воспитывать. Спасибо тебе за этих воспитателей. Диплом Межрегионального фестиваля авторской песни «Музыка сердец» награждается Бузанов Илья, лауреат первой степени номинации «Полный автор» и денежный приз в размере 15 тысяч рублей. Ребята, вот этот автор был самым полным из всех. Диплом Межрегионального фестиваля авторской песни «Музыка сердец» награждается ансамбль «Сбережка Оки». Лауреат первой степени в номинации исполнителя денежный приз в размере 15 тысяч. Первый день был слабый по прослушиванию. Слабый, потому что выходили люди, только что приехавшие, уставшие, не могли петь. Когда вышли эти люди и запели, я сошел с ума. Вы были замечательны, ребят. Спасибо вам. Второе. Ты будешь молодец. Диплом лауреата первой степени в номинации «Автор текста», денежную премию в размере 15 тысяч рублей и хрустальный приз фестиваля награждается Людмила Клочко, Минск. Услышал ее стихи здесь в первый раз, но потом мне эта девушка дала маленькую подборку своих стихов. Ну, их 15, да, было. Вот поверьте или нет, но это мое самое большое поэтическое открытие за последние 15 лет. Представляете? Это волшебные стихи. Вот эта женщина пишет. Да. Похоже, что женщина. Она пишет волшебные стихи. Вот ей Бог это дал. Спасибо тебе. Спасибо. Диплом лауреата первой степени в номинации «Исполнитель». Денежный приз в размере 15 тысяч рублей и хрустальный приз фестиваля лауреата получает ансамбль «Шелковая палатка Чебоксара». Ребят, я скажу еще одну очень важную вещь, что мы когда сидели и думали, кому что, вот возникает ситуация, да, когда мы думали, но нет человека для гран-при, человека ансамбля, ну нет такой кандидатуры. Гран-при – это общее «ах». «Ах» вот у всех членов жюри. Но когда мы сказали, что мы не хотим, чтобы кому-то вручили этот номер, то Женя сказал, ребят, они подумают, что мы хотим взять и зажать. Это же денежный приз. И он сказал, ребят, я так не согласен. Давайте тогда мы не дадим никому гран-при, если вы не хотите, но разделим эти деньги вот, между остальными участниками. И мы это сделали. Вот. Мне кажется, это справедливо, да? Да. Друзья, и мы пытались сократить, как бы сделать более плотным выступлением, подведение итогов. Мы вручили только две хрустальные пирамиды. На самом деле их получат все, кто получил лауреатство первой степени.
И нам осталось две вещи. Вот жюри решило исполнить для вас песню все вместе. Какой решим вместе сейчас? Потом мне останется сказать, кто будет на пятом фестивале. И после этого наши гости из Чебоксара, или как правильно, из Чебоксара, прощаются своей песней с нами и с фестивалем, и друг с другом. Готовьтесь. Рот открывается. Остался все последний. Михаил, включи микрофоны. Председатель отключил это. Вот ты вообще уже устала, я чувствую. Друзья, вот я сейчас только понял, что я, вот Вадим хвалил меня, всех похвалил. Но на самом деле, звукооператоры Михаил Малюков, Александр Шпенкович. Спасибо им огромное. Мы там сейчас сидели и думали, что спеть такое, чтобы спели все. Предлагали все. Выяснилось, как бы, два варианта, чтобы спели все. Это не верь разлукам старина. И второе, солнышко весной. Что мы поем вместе? Ну громче же. Средство от тревог, чем ночная песня шин. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог, что поем ранения души. Thank you.
дороги трудны, но уж без дорог. Ребят, знаете, интересно, эту песню сейчас как бы обхаивают все. Такая замазанная, запетая, волшебная песня. Нам плевать на то, что там думают об этой песне. Мы ее обожаем. Пожалуйста. Не курить сигарету, от одной одна, а возьми.
торги пошла она. Она не земля, она не луна, она не тебе, не себе, не верна. Она в любого, кто ближе, навек влюблена. При таком раскладе она не будет спать одна. Не горю я ней и не стою окна. Побери гитару и пошла она. Не горюй, не горюй, не горюй, не горюй, не горюй, с нами по рок-н-ролл. Не гляди в холодильник, там нет ни хрена. Я был в морозильнике, я трогал. Я видел, как пьют, когда жизнь холодна. Я даже знаю того, кто уже не пьет. Было время, и он стоял у окна. А после взял гитару и пошла она. Будет трудно кричить или выключить свет. Жить бы вечно подымет пока. Пива нет, и последний посетил. Давно был под стол, ты не горюй, забудь о ней. Играй свой рок-н-ролл, и погода сама ходит на струна. Ты бери гитару и пошла она. Не горюй, не горюй, не горюй, не горюй, не горюй. Актуальным припевом мы заканчиваем наш фестиваль. Нет, не совсем. Я же должен рассказать о пятом фестивале. Спасибо, Андрей. Спасибо. Так, пожалуйста, наши гости из Чебоксар, Желтой палатки, вы выстраивайтесь, а я пока расскажу о пятом фестивале. Если это интересно, конечно. Пятый фестиваль, маленький юбилей, он пройдет 12-13 сентября. Проверим на вас, правильный ли мы выбор сделали. Ольга Чикина. Наталья Дудкина. Елена Лебедева, США. Александр Щербина и Лев Кузнецов. Анатолий Багрицкий. Павел Фахрутдинов. Александр Моисеевич Городницкий. Сергей Яковлевич Никитин. Только 6 месяцев. Приглашаем всех. Через месяц начнется бронирование мест. А цены останутся такие же. Итак, друзья, прощаемся друг с другом, прощаемся с этой замечательной музыкой. Надеемся до сентября. И прощаемся с музыкой, голосами и этими замечательными шелковыми платьями Чебоксар. Удачи!
тоже поделюсь с вами песней «Никогда не кончится детство». Стихи Анны Рус, музыка Дмитрия Бекчентаева. Оставайтесь больше в детстве. Подождите. Наполним музыкой сердца.